Привет, девчата и ребята! Мы поздравляем вас с началом учебного года и представляем вашему вниманию наш последний заплыв на доске для сабсерфинга в этом сезоне. Весной мы гуляли по обрыву вдоль Дзержинского карьера в поисках Каменного острова. Плывем на остров Каменка. А этот остров Каменка до тех болотом. На весле папа, мы с Ариной за капитанов, мама оператор, вот и вся команда. Вы знаете что? Что? За тем поворотом есть остров Каменка, и мы туда поплыли. Потихоньку удаляемся от места старта. Впереди затопленная коса, там очень маленькая глубина, мы перейдем ее ножками. Несмотря на то, что на дворе уже сентябрь, вода очень теплая, поэтому нас так и тянет в воду поплавать. Вы только посмотрите на этот обрыв, какая красота! Весной мы прогуливались там, наверху, и вид оттуда был завораживающий. Но снизу вся эта красота смотрится ничуть не хуже, даже лучше. Эти берега очень труднодоступны для людей, поэтому тут почти нету мусора и следов деятельности человека. Очень красивое уединенное место. Пожалуй, мы сделаем тут остановку для того, чтобы немножко покушать, полазать по песку и поиграть с волной. Хоть это не море, но волна иногда бывает. И это просто супер! Я уже перекусила и отправилась отрабатывать навыки управления доской. Плаваю к дельфинам, пока родители отдыхают. Пока я плаваю, Аринка исследует дно карьера и резвится на песке. Давай. Опять появились волны. Какая же прекрасная погода. Очень хорошо. Вода прозрачная. Настолько красиво. Аж дух захватывает. Я вернусь. Кстати говоря, на обратном пути я подвезла маму. Она гуляла вдоль берега и, так сказать, присела мне на хвост. Сейчас волны будут опять. Двигаемся дальше. Вдоль берега встречаем отдыхающих коллег на лодках. Впереди еще один небольшой переход между карьерами. Когда-то эти карьеры были разделены насыпями, по которым можно было ходить. Сейчас все затоплено, и в этом месте мы легко плывем на доске. На затопленной дороге стоит много сухих деревьев. Когда вода поднялась, они не смогли жить в ней и засохли. Вот и сам остров появился на горизонте. До него осталось совсем чуть-чуть.
Остров совсем небольшой, состоит в основном из камня и песка. Камни довольно внушительных размеров. Под водой вокруг острова растет подводный лес. Сверху все это великолепно выглядит. Очень интересно наблюдать с лодки за поверхностью дна. Огибаем остров, подходим к берегу и высаживаемся на сушу. Ура! Мы на месте! Ноги стоят на прочной земле, точнее, на прочной каменной поверхности. Вот мы и добрались до острова Каменка. Тут и правда очень красиво, и посмотрите, какой там подводный лес. У острова есть своя небольшая акватория. Вода тут спокойная, прозрачная. Исследуем остров, местную флору и фауну. Наш поход удался, и мы очень рады. Жаль, то, что все острова на земле давно уже открыты. И к новым берегам уже не получится уплыть, потому что их уже не осталось. Но мы не будем отчаиваться, ведь нам, современным детям, взрослым будущего, брошен новый вызов. Перед нами бескрайний космос. И мы будем продолжать мечтать о новых неизведанных берегах. А пока мы просто дети. Нам расти еще и расти. Всем удачи! Расширяйте свои горизонты. Пока!